Добрый день, мои хорошие. И опять про погоду. У нас тепло, но очень-очень ветрено. Если присмотреться, вон все кусты болтаются. Вот сейчас покажу. Вот они, порывы какие. Ну, однако, это не мешает голубям кормиться. Вот они на этой полянке. Видите голубей? Сейчас поближе поставить. Ой, сдувает. Если будет плохой звук, не обессудьте. Что уж они там ищут, эти голуби, я не знаю. Это вот сирень, которая под соседним окном. Она вообще бутоны собралась набирать. Вернее, набирает уже бутоны. Даже видно, вот на кончиках у нее бутончики. Давайте посмотрим еще. Не, ближе уже все не получается у меня. Ну, ладненько. Все кругом зеленое, кустики зеленые. Вот моя любимая сосна. Красавица. Видите, какая. Так. А как тут мои кустики себя чувствуют? Вот какие кустики у меня под окном. Тоже все зелененькое. Очень приятно. А вот там, там я жду, когда вот это место, там тюльпаны. Вот будем ждать, когда они зацветут. Вон сколько голубей на полянке. Мне кажется, они там что-то подбирают. Может, дети что-то бросают. Ну, а мы с вами пойдемте на то окно и попробуем приманить их туда зерном, покормить их зерном. Хоп, и мы переместились с вами. Выбираю зерна, который у меня тут же прям стоит. У меня пшеница. Главное, чтобы камера не сдула. Такой ветер. Так. У меня новая подставочка. Это не селфи-палка, это селфи-подставка. И вот я тоже с ней пока не умею ей пользоваться. Пока. Ну, уметь умею, в смысле, еще не привыкла. Ну и насыпем зерна. Опа. Сейчас посмотрим, как долго они будут. Ух ты, немного. Вот видят. Он целых полкило накидала. А Гуля, вон он. Вот они, вот они, вот они. Один подглядывает. Да не бойтесь, мои хорошие. Пока я здесь стою. Не бойся, не бойся. Я же для вас кидаю. Кушайте, кушайте, мои хорошие. Их, наверное, штук 7. Так, 6, 7. Да, 7. В прошлый раз. А вон там 8 еще. Ой, 9, 10. 10 штук. Друг друга шугают. Но вот этот впереди, это самец. Вот там, это, наверное, старший самец. А вот там сзади идет, который идет. Это тоже самец. У них такие на шее красивые такие. Я думаю, что это самцы. А вот у Булечка молоденькая совсем. Ой, еще совсем малыш вон. Малыш. Вот там, который сзади все не клюет. Посматривает на меня, поглядывает, боится. Кушайте, кушайте, мои хорошие, я не обижу. А в прошлый раз... Ой, ветер сдувает. А в прошлый раз еще две галки прилетали. Тоже подкормили слегка. Но голуби их не прогнали. Сколько сейчас? Здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Чуть я 11 штук насчитала. Ну вот 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 даже. Целая дюжина. Смотрите, как они в кружочке. Один какой-то, один все время какой-нибудь бдит. Смотрит, чтобы никто не обидел. А кушать хочется. А чем больше они съедают, тем ближе они ко мне подвигаются. От меня не боятся. От меня до них, ну, чуть больше метра.
закрыть окно. Все, чуть занавеска не улетела. Закрываем окошко и давайте сквозь окно сейчас вот так вот. Ну, мне наблюдать за птицей, вот как они клюют, мне очень интересно. Я прям зависаю. Ну, надо идти, надо работать. Сейчас вам смонтирую видео и выложу, и будете смотреть. Всем вам желаю доброго здоровья. Пишите комментарии и ставьте лайки. Вам не трудно, а мне приятно. Я понимаю, что вам нравится мое видео. И буду стараться. И учиться, и делать лучше, качественнее. В общем, все для вас, мои хорошие. А на сегодня все. Пока-пока.